Соглашение сразу же об этом объявит. Ну а у сборной Беларуси матчи Лиги Наций. Об этом мы уже говорили. Болгария, Люксембург, Северная Ирландия. В соперниках Чалов. Удар 4-0. Ну и дубль Федора Чалова. Первый дубль за сборную. Снова хорошая комбинация. Отличная передача Алексея Мирончука. Уже вторая в сегодняшнем матче. И вот такой выход на замену. Федор Чалов. Дубль. Вот сколько было разговоров по поводу отпускных настроений, по поводу мотивации. Сборная сегодня просто в таком порядке. Летает. Просто летает. Просто да, летает. Вот так нравится на нее смотреть. И дело не в счете совершенно, а в отношении к делу. В 60-й минуте мяч в воротах сборной Беларуси. Забил игрок сборной России. Ну и опять Алексей Миранчук продрался здесь. Да. Ну и здесь стоит отметить, как от Захара Волкова. Ну, может быть, они в следующем сезоне, не знаю, может и не встретятся, если Чалов уедет. Да, в итоге в какой-то европейский чемпионат. Да, Захара надо поздравить с выходом, да, в премьер-лигу и с победой в первой. И Андрея Викторовича Талалаева, разумеется, мы поздравляем с выходом, с возвращением подмосковных «Химок» в российскую премьер-лигу. Но вот здесь Волков, конечно, проиграл в резкости Чалову. Я бы отметил, как Чалов мяч обработал и следующим движением.